Всем привет! Сегодня ремонтируем вот такой видеомагнитофон Шиваки. Значит, что с ним? Он работает, но не выбрасывает кассету. Долго я с ним провозился, но оказывается, что там надо менять пасик. Вот такой там пасик стоит. Ну, так как пасика у меня не было в наличии, я взял, вырезал из камеры мопеда. Сейчас я максимально покажу. Поставил, все работает. Сколько оно продержится, я не знаю. Ну, на первое время, я думаю, что продержится, так как видеомагнитофон часто смотреть никто не будет. Значит, я снял переднюю крышку, чтобы добраться до него. Вот тут как бы обзор как бы не очень хорошо видно будет, но я думаю, что вы поймете. Значит, отщелкиваете вот здесь защелочка снизу. Сейчас. Вот защелочки. И вот в эти пазы они входят. Ну, я думаю, что с этим проблем нету. Разобрать. Ну и верхнюю крышку, соответственно, там 4 болта открутили. Вот здесь. 2 и там 2. Так, значит, потом, чтобы добраться до пасиков, нужно открутить вот эту крышку, приемник кассеты. Значит, вот винт откручиваем. Потом вот этот. Сейчас. Лучше будет. Вот этот откручиваем. Еще провозился с ним целый день. Так, ну зато сделали. Потом вот этот. Не знаю, тут света мало сейчас. Вот он, вот этот. Все магнитофоны, я видео много смотрел. Они все по-разному там крепятся. Есть 2 пасика у них. Здесь 1 пасик. Ну, разбираются немножко. Все по-разному. И последний, вот этот. Вот он сейчас. Вот этот. Подключим его. Так, сейчас и вытаскиваем вот эту всю штуку. Вот вы сняли. Вот он, винтик. Так, это нам пока не надо. Теперь его, кстати, очень легко менять эти на этом видеомагнитофоне. Потом откручиваем вот этот винт, вот средний посередине впереди. Тут всего 3. Открутили. Вот этот, вот он с краю, где головка. И последний за моторчиком. Вот он. Вот этот. Вот. Вот он здесь стоит. Вот. И все, поддеваем. Сейчас, чтобы винтики не потерять. Теперь берем, так ее снимаем, а еще вот этот откручу, вот этот, я не знаю, что он там, может охлаждение какое-то, может, не знаю, ну если кто знает, напишите комментарий. Так,
И все, аккуратно вытаскиваем. Там как бы ее особо даже не надо сильно открывать. И вот он пасек. Вот. Ну, видите, да, наверное? Вот он. Он просто снимается. Сняли его. Вот на это колесико одели. И на это. И все. Вот с камерой соль вырезал. Почему так происходит? Сейчас собираем. Сейчас покажу. Получается, пасек со временем растягивается. И ему не хватает усилий прокрутить, чтобы вытащить кассету. Довольно кассета таки тяжелая. И он просто проскакивает, и они не выталкивают его колеса. Так, ну все, собираем обратно в порядке. Думаю, тут проблем еще нет. Камера с мопеда я вырезал. Сейчас скажу. Карпаты, по-моему, мопед был. Ну, камера уже старая была. Лучше, конечно, ну, купить оригинальный пасек. Новый. Ну, видео для того, для тех, кто, например, не в силах купить, нет возможности. Поэтому... Делаем из подручных средств. Сколько проработает, не знаю. Я видеомагнитофон смотрю часто. Мне нравится ретро техника. Поэтому кому нравится, тоже пишите комментарии. Очень интересно, сколько у нас таких ретро людей, которые любят. Да, запись, конечно, на видеомагнитофоне не такая, как на дисках, на флешках. Но, тем не менее, если поставить хорошую кассету, то, в принципе, нормально будет играть и показывать. Так, теперь вставляем вот эту. Все это мы прикрутили. Вставляем вот эту штуку. Значит, тут должны попасть все пазы. Ну, сразу и попало, в принципе, тут. Чтоб вот этот паз сошелся. Вот здесь. Ну, вот этот с этой стороны. И вот эти все направляющие другие. И все закручиваем. Желтенькие по краям вот сюда. Извиняюсь, не видно, но я думаю, что суть понятна. Я сначала снял пасек, думаю, ну что, это нормальный пасек вроде. Все работает, а нет, не работает, оказывается. Ну, этот магнитофон, наверное, 90-х годов, начало. И, ну, смотрели его как бы не очень много. Но, тем не менее, видите, со временем все равно пасек растягивается, не в зависимости, смотрите вы его или нет. Ну, я думаю, что с камеры тоже прослужит какое-то время. Так, давайте проверим без пока крышки, панельки. Сейчас я включу. Так, включили, засветился он. Индикатор. Вставляем кассету. Так. Так, ну сейчас теперь.
Нажимаем. Все, пожалуйста, все работает. Сейчас соберу крышку и еще попробуем в собранном состоянии. Да, желательно, когда какие-то делаете манипуляции, сети выключаете, а потом только включаете. Еще такой момент, когда одевать будете вот эту крышку, нужно вот так одевать, чтобы вот эта панелька, ну, внутрь ее прижали и потом одеваете. Потому что когда будет кассета выходить, она будет упираться, если вы будете вот так одевать. Вот так берем и одеваем. Ну, надевается очень просто. Вот, все защелкнулось, все. И все порядок. Сейчас. Так, эту мы крышку одели. Все защелочки защелкнулись. Вот. Их просто вот так поддеваете. И все. Тут получается по бокам. Тут даже, тут, наверное, отломано, скорее всего, не знаю. Короче, раз, два, три, четыре. И вот еще пять и шесть, вот. Их тоже так одевают. Там очень легко снимается. Так, и крышку одеваем сейчас и пробуем с кассетой все в сборе. Да, когда еще такой момент, тут стоят светодиоды. И когда крышки нету, кассета не будет проигрываться, она сразу будет ее назад выталкивать. Надо что-то накрыть или черным, или крышкой. Потом можно проверять. Либо... Ну, так как если вы не накроете крышку, то кассета проиграет какое-то время и выпрыгнет. Это все нормально, тут светодиоды так сделаны. Так, одеваем крышку. Крышка одевается тоже вот легко. Ну, если какие-то вопросы, задавайте, все расскажу. Я думаю, тут и так понятно. И вот они заходят, должны в паз. И тут боковые еще. Просто места мало. Вот пазик не попал. Все. Одели, тут одели, вот у меня даже тут сломано сзади, ну ничего страшного. И все, прикручиваем вот винтики, два штуки справа и слева. Сейчас. Ладно, я потом уже прикручу, ну сейчас уже время не занимать много. Так, уже сколько там. Да, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На канале будут разные обзоры и ремонты. Кому интересно ремонт часов, подписывайтесь на мой второй канал. Ссылочка будет под видео. Там тоже много обзоров. Так, все, проверяем. Вот так, да, вставляем. Все, нажимаем play. Ну, извиняюсь, может, света мало. Но я думаю, все понятно. Все, нажимаем на стоп и нажимаем выброс кассеты. Все работает. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока, до следующего видео.